Телеканал КРТ представляє. Зараз фактично ті люди, які звикли лікуватися за кордоном, які, якщо в них щось траплялося, їхали до Німеччини, Ізраїлю, інших країн, вони фактично зараз повинні їхати до Олександрівської лікарні і все. І вони там фактично зараз, народні депутати, кстати, з простими, громадян, больниця, з простими громадянами, зараз знаходяться у фактично там в одній палаті. І от не вважаєте ви, що все ж таки... Ця ситуація дуже показова в плані того, що ці люди фактично 30 років нічого не робили для того, щоб розвивати саме свою медицину, саме свою систему охорони здоров'я, а зараз просто фактично вони будуть і самі теж від цього страждати. Ви знаєте, я не думаю. Я думаю, що вони зовсім по-другому на це все смотрять. Більша частина із них давно пользуються частною медициною. Вони от цього всього не бачать. Хтось їздив в Борис, хтось в Добробут. Кто-то, что там у нас еще есть, медиком, Аберих и так далее. То есть они всего этого совершенно не видели. Проблема в том, что сектор частной медицины, он никогда в жизни не способен справиться с большими национальными задачами, либо справляется очень плохо. Вот, кстати, вам один из примеров, это Соединенные Штаты Америки, о которых мы с вами говорили. Одна из самых неэффективных систем медицины, и самое дорогостоящее, которую только можно себе представить. Нет денег, ты умрешь. Нет денег, ты станешь инвалидом. Нет денег, иди на самолечение, как-то справляйся сам. Да? В нормальной стране, которая заботится о своем генофонде, которая заботится о своем гражданине, которая пусть прагматично смотрит на каждого гражданина, как человек должен быть здоров, образован, чтобы он приносил пользу себе, своей семье и державе, да? Вот такая страна всегда будет развивать сектор государственной медицины, потому что вот с подобными проблемами, как эпидемия, только государственная система справиться и может. Поэтому, когда нам рассказывают про какие-то сумасшедшие успехи, реформы, которую проводили Квиташвили, Супрун, а после них Скалецкая, и самое опасное, что совсем недавно и Зеленский обронил такую фразу, он сказал, что мы будем продолжать реформу Супрун. Тут, конечно, честно, ну, хотелось просто разбить телевизор после того, что ты услышала от Зеленского. То есть вся система показывает, что нас профессионально убивают, нас профессионально лишают обычной медицинской системы охраны здоровья. А господин Зеленский собирается продолжать эту реформу, которая, по сути, является нашим с вами убийцей, да? Ну і фактично ми бачимо, що не фінансуються інфекційні лікарні зараз у такий час. Я навіть не знаю, як це зробити. Діло не тільки в цьому. Ви знаєте, тут був вопрос о професіоналізмі. Я немножко не согласна, я просто пошучу горько над цим. Вони дійсно професіонально працюють, але професіонально працюють на розвал нашей медицины. То есть целеполагание у этих людей совершенно иное. Они не работают над созданием эффективной системы, они валят эту эффективную систему. Что касается Зеленского и его команды, у меня такое ощущение, что это давно космонавты, которые точно так же ходят в частные клиники, которые не сталкивались очень давно с государственным сектором, люди, которые не ходят по земле. И дети их не ходят в государственные школы, в отличие от наших детей. Они не понимают, что ребенок на карантине и онлайн-уроки, которые являются малоэффективными в силу того, что методик еще нет. Учителя, самое главное, не готовы к проведению онлайн-уроков. То есть, по сути, и детей лишили возможности получать образование. Их детям хорошо, они ходят в частные дорогие школы, где ими уже профессионально в онлайн-режиме занимаются. Но это 3-4-5% наших детей от всех, которые у нас есть. А 95%, получается, закрыли вход в школу, им закрыли вход к знаниям.